germ jefhokater վերաբերմունք։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում։ Տարածված հիվանդությունների կանխարգելում։ Անվտանգ և ապահով միջավայր։ Բացառիկ սարքավորումներ։ Միջազգային համագործակցություն։ Կորվանից, միակը Հայաստանում ISO 9001 որակավորմամբ, շարունակական զարգացում և աչ, աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Պլազմոլիֆտինգ և PRP թերապիա։ Ներարկումային միջամտություն, որի հիմքում պացիենտի սեփական արյան թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմայի ներարկումն է մաշկի համապատասխան շերտ։ Ինչ է նախորդում պլազմոլիֆտինգին և PRP թերապիային։ Որքան ժամանակ հետո կարող ենք տեսնել առաջին արդյունքները։ Ինչ վերականգնողական շրջան պետք է անցնի պացիենտը։ Որոնք են ներարկումային միջամտության ցուցումները և հակացուցումները։ Ի վերջո շատերին հետաքրքրող թոփ հարցերից մեկը. Որ տարիքից կարելի է դիմել պլազմոլիֆտինգի և PRP թերապիայի։ Այս և PRP թերապիայի և պլազմոլիֆտինգի առավելությունների, տարբերությունների և լավագույն արդյունքը ստանալու գրավականի մասին բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցել ենք Ուկրաինայից Հայաստան հրավիրված աստղիկ բժշկական կենտրոնի մաշկաբան կոսմետոլոգ Լուսինե Լյուդվիգովնայի հետ։ PRP թերապիա, պլազմաթերապիա, պլազմոլիֆտինգ. Это методика введения инъекции собственной плазмы крови пациента, обогащенная тромбоцитами. Суть метода заключается в том, что у пациента берется его собственный биологический материал, то есть кровь. Именно поэтому отторжение препарата невозможно. Затем кровь проходит центрифугирование, то есть пробирка с кровью помещается в центрифугу. Центрифуга разделяет на эритроциты, лейкоциты и плазму с тромбоцитами. Ինչպես պատրաստվել պլազմոլիֆտինգի և PRP թերապիայի. Подготовка обязательно нужна к процедуре. Обычно я своих пациентов отправляю на сдачу общего анализа крови с показателем тромбоцитов. И чтобы процедура была более эффективной, пациент должен за сутки исключить жареную, копченую, соленую, острую и вредную пищу. И соблюдать режим воды, то есть до 2 литра воды пациент должен выпивать перед процедурой. И желательно процедуру проводить натощак. Что нельзя делать после первой процедуры и плазмолифтинга? В течение суток после процедуры нельзя посещать физиотерапевтические процедуры, баню, сауну, массаж. Противопоказанием к PRP терапии плазмолифтингу это инфекционные заболевания в стадии обострения. Психические заболевания, повышение сои в крови, непереносимость цитрата натрия или гиалуроновой кислоты, онкологические заболевания, герпес, беременность, лактация, сепсис и низкий уровень гемоглобина. Երբ են տեսանելի դառնում թերապիայի արդյունքները եւ ինչ վերականգնողական փուլ պետք է անցնի թերապիան անցած պացիենտը։ Могу сказать, что эффект от процедуры заметен уже после первой процедуры. Реабилитация, восстановление кожи после инъекционного вмешательства – это очень индивидуально. Могут появиться небольшие отеки и синяки на месте вколов, которые проходят в течение от двух до четырех дней. И обычно я после процедуры назначаю противовоспалительные, противоотечные крема. Плазмолифтинги и PRP терапия и тарберутюннера. PRP терапия от плазмолифтинга отличается концентрацией тромбоцита в 1 миллилитре плазмы.
При плазмолифтинге концентрация тромбоцитов достигает до 300 тысяч плазмы на 1 миллилитр плазмы. А при PRP-терапии концентрация тромбоцитов достигает от 1 миллиона до 1,5 миллиона тромбоцитов в 1 миллилитре плазмы. Ինչ հաճախականությամբ պետք է դիմել պլազմոլիֆտինգի և PRP-թերապիայի, որպեսզի ստանանք լավագույն արդյունքը։ Обычно плазмолифтинг мы проводим от 2 до 4 сессий в год. От 5 до 10 процедур с интервалом раз в неделю или 10 дней. PRP-процедуру мы проводим от 1 до 2 сессий в год. 3 процедуры и с интервалом раз в 3-4 недели. Չամտությունների առավելությունների մասին, ինչպես պլազմոլիֆտինգի, այնպես էլ PRP-թերապիայի. Преимуществом процедуры является увлажнение кожи, синтеза эластина и коллагена, коррекция пигментных пятен, при хроно- и фотостарении, при темных кругов под глазами, лечение акне и постакне и сияющий здоровый цвет кожи. Որ տարիքից կարելի է դիմել պլազմոլիֆտինգի և PRP-թերապիայի միջամտություններից օգտվելու համար. Да, имеет возрастное ограничение, но если есть показания на лечение кожи уже с 18 лет, мы можем с 18 лет применить для лечения акне и постакне. Но обычно с 20 лет мы можем проводить эту процедуру. Ինչու դիմել հենց Աստղիկ բժշկական կենտրոն լավագույն արդյունքները գրանցելու համար. Хочу представить вам лабораторию швейцарской компании Regen Lab. Швейцарская методика аутологичной клеточной регенерации ткани с помощью плазмы пациента, обогащенная жизнеспособными тромбоцитами, опыт применения более 2 миллионов процедур по всему миру, одобрена FDA и более 40 патентов Европы и США. Пробирки обеспечивают сохранение до 90% жизнеспособных тромбоцитов, а также высокую степень очистки. На сегодняшний день медицинский центр Астхик является представителем компании Regen Lab. Компания представляет три пробирки – синяя, красная и желтая. Синяя пробирка – это антикоагулянт с цитратом натрия. Вакуумная пробирка из медицинского воросиликатного стекла. Тексотропный запатентованный инертно сепарирующий гель без использования гепарина. Применяется для восстановления эластичности кожи, повышения упругости ткани, лечение акне любой сложности, запуск процессов обновления тканей на клеточном уровне, коррекция темных кругов под глазами, стимуляция роста волос, предотвращение выпадения. Красная пробирка для получения аутологичного тромбинового фибринового геля, выполняющего функции объемного матрикса и активатора дегрануляции факторов роста тромбоцитов. И желтая пробирка для приготовления аутологичного импланта, богатая тромбоцитами плазмы в комбинации с гиалуроновой кислотой внутридермального и внутрисуставного исполнения. PRP-терапия и плазмотерапия может применяться и в косметологии, в эстетической медицине, в травматологии и в гинекологии. В травматологии он используется в целях
снятие воспалительного процесса межтазобедренного, межколенного, межсуставного воспаления. И может применяться еще и в гинекологии. Астрик медицинский центр планирует обучение по эстетической медицине на повышение квалификации, и в программе будет обучение также и плазмолифтингу, и PRP-терапии. Հրաշալի առաջարկ Աստղիկ բժշկական կենտրոնից, օգտվեք 20,000 և ավելի դրամի ալեքսանդրիտային մազահեռացման ծառայությունից, անցեք 40,000 դրամ արժողությամբ լաբորատոր հետազոտությունների փաթեթ, նանվճար, ինչպես նաև ստացեք 20% զեղչ ալեքսանդրիտային լազերային մազահեռացման առաջին այցի համար բժշկական կենտրոնի բոլոր մասնաճյուղերում։ Ալեքսանդրիտային մազահեռացումն Աստղիկ բժշկական կենտրոնում իրականացվում է Candela Gentle Lace Pro U նորագույն ապարատով։ Հեռախոս 011 66 77 88, ներքին համար 161։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։